6 октября 2017 года в Волгограде в первой половине дня на трамвайном перегоне между остановками Хорошева и Кача автомобиль был припаркован так, что не было никакой возможности проехать трамвай. Около получаса ждали хозяина автомобиля люди, спешащие на работу в трамвае. Но, как вы понимаете, у них не было возможности уже спешить на работу, они просто ждали, когда придет хозяин автомобиля. Вместе с хозяином авто к месту столпотворения трамваев подоспели и инспекторы ГИБДД.